Всем привет! Че ж мне сегодня-то падает-то все? Перейдем к игре. Она называется «Нарисуй свой персонаж». Упс. И в этой игре, вы не поверите, мы будем рисовать своего персонажа. Спасибо. Спасибо. Давайте начнем с головы. Она будет такой красивой, с красивыми глазами. Будет такой красивый нос и такая ухмылочка, вот такая вот. Так, он у нас будет лысым, так что я волосы не буду дорисовывать, только уши. Теперь руки. У нас будут такие мускулистые руки. И вот отсюда еще такие хоть, такие бугры, мускул. И правая рука. Стоп, а где пальцы? Сейчас мы это исправим. Чего желаете? Исправить пальцы. Почему их три? Почему они вывернуты? Ладно, первая рука нам не удалась, надеюсь, удастся вторая. Блин, это больше на какую-то щупальцу похоже. Ладно, теперь мускулистое тело. Так, сосочки. Теперь нужно нарисовать кубики. Ну, вообще похоже, мне так кажется. Блин, это что за фигня? Ладно, будем считать, что это кубики. Так, теперь ноги. А вот ноги у него будут стройные. Блин, что за фигня? Так, и правая. Надеюсь, она у меня нормальная получится. Ну, более-менее. Ну что же, теперь давайте нажмем на кнопку Animate. Это было немного странно, даже слишком странно. Но плевать, теперь мы нарисуем еще одного персонажа, только девушку, и нормальную. Так, начнем опять с головы. Что-то у нее с щекой будет не то, но да ладно. И опять правая, блин! Блин, что за подстава? У нее будут такие глазки и ресницы. Красивые ресницы. И брови тоже будут у нее. У нее будут зеленые глаза. Ой, что я наделал, блин, и случайно, как это отменить? КТРЛЗ не работает. Что я наделал, а? Что? Прекращена работа программы Фрапс. Сегодня точно не мой день. Итак, я нарисовал заново голову, она получилась, конечно, похуже, но хотя бы у нее теперь нет того длинного зеленого носа. Так, у нее будут такие злые красные зрачки. Она будет в ярости. Она будет блондинкой. У нее будут вьющиеся волосы. Так, теперь улыбка. У нее опять же будет такая ухмылочка такая. Кстати, неплохо получается. Люби меня нежно. Также у нее будут белые серьги. Главное, ничего не испортить. У нее будет макияж. Красные ногти. Что-то это не похоже, но нормально, нормально. Ну, знаете, теперь правая получается даже получше, чем левая. Или нет? Она будет стройной девушкой. Блин, мне кажется, ли это больше похоже на парня в парике? Хотя нет, что вы. Меня зовут Кристина. Я не замужем. Я алкоголик. Пойдем бухать! У нее будет такое голубое платье. Блин!
У него как будто валенок на ноге. Господи, ноги все испортили. Хотя мы, в принципе, можем закрасить их синим платьем. Так и сделай. Вот платье, ну как бы дальше такое идет. И нужно закрасить. Ну что же, я рискну и нажму на кнопку анимейт. А, это неплохо? Но она хотя бы симметрично танцует, не то что прошлый персонаж. Так, ниже тут предлагают поиграть в другие игры от этой же компании. Что тут есть? Надо сыграть! Ну что же, пора... Что это было нахрен? В общем, не важно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал. Ну вот и все. С вами был Брайан. До скорой встречи. Пока.